Сегодня 23 сентября. Хочу вам показать куст мамардики харантии. Сорт китайская длинная. Мамардика — это тыквенное растение. Походит оно из Азии. У нас это редкость на Украине. Лиана. Но можно пускать ее по земле, как огурец. Агротехника очень похожа с огурцом. Вот такие листочки. Ну, я опоздал со съемкой и обзором мамардики. Сегодня 23 сентября, как уже говорил. Поэтому, как видите, листья уже пострадали от большого перепада. Днем у нас 26-28, а ночью 6-8 градусов. И пожелтели листочки. Это от холода. Вот так она стоит красивым зеленым ковром. Вот это я сделал опору, 1,80 м. Прекрасно заплела. Можно ее садить на сетку. Будет для вас ограда. Цветочки мамардики вот такие. Вот. Цветочек. И где-то тут у нас плод. Вот. Вот плод мамардики. Это китайская длинная. Бугорчатый. Внутри плода. При созревании плод становится оранжевый. Раскрывается внутри плода красные ягоды. Сейчас, к сожалению, нету. Да, нету плода созревшего, чтобы показать вам ягоды. Я вам покажу вам обязательно, уже, наверное, на следующий год. Потому что в этом году я не успел снять обзор. Вот есть где-то видел еще молоденький плод. Массово плодоносит она в августе. Сначала августа до сентября. Вот, смотрите, молоденький плод. Горчатый. Зрелого нету плода. Мамардика очень полезна. В лечебных целях ее используют. Лечит сахарный диабет. При желудке, при кишечнике. Делаются различные настойки, куча всего. Есть рецепты в интернете. Это все помогает, потому что я получал отзывы от людей, которые используют в лечебных целях и в пищу. Людям действительно помогает. В аптеках продаются препараты на основе мамардики. Особенно много от сахарного диабета. Точно я не помню, но один из видов диабета или там степень сложности проходит после употребления мамардики. В основном семена. Если не ошибает мне память, то в одной из статей в газете я читал, что каждый день надо съедать по 5 семечек мамардики. Перемолоть на кофемолку и каждый день утром, пока еще вы не кушали, кушать надо мамардику. Вот такой плод. Это еще молоденький. Вес плодов 200 грамм, килограмм примерно. На кусте за сезон больше 50 плодов, это точно. Поэтому свободно можно выращивать и получать в домашних условиях такое ценное лекарство. При простуде еще мамардику употребляют. Да, еще забыл сказать, что это сорт, не сорт, а разновидность мамардика харантия. Это пищевой сорт, то есть разновидность, пищевая харантия. Плоды можно такие вот жарить, тушить,
кушают их и сырыми, делают салат. Плоды с горечью. Ну, на любителя. Для тех, кто любит китайскую еду, она вся со стринкой, вам понравится. Рецепты, как готовить мамардики, тоже есть в интернете. Я думаю, что в следующем году у нас будет больше времени, мы раньше сделаем обзор. Мы приготовим с нее некоторые блюда и покажем все это вам. Семена мамардики можно купить и в Украине. Они продаются, но очень редко. Купить можно, в частности, у меня. Под этим видео, смотрите, в описании есть ссылочка на наш сайт. Там есть наш каталог, его можно скачать. И в наличии у нас есть 4 сорта мамардики. Такая вот китайская длинная, тайская длинная, не бугорчатая, а такая, как внутри бугорки, внутри такие ямки. Есть еще с круглыми плодами сорт. В общем, скачайте каталог и посмотрите. Так вот, это мамардика Харантия. Это пищевой сорт, который употребляется в пищу. А сейчас я перейду на другую сторону. Это, кстати, лифа. С ней делают мочалку. Она тоже у нас есть. Можно ее купить. А вот мамардика, эта разновидность называется бальзамическая. Вот смотрите, такие вот плоды. Это чисто лечебная мамардика. Ее используют в лечебных целях. При сахарном диабете. Это лучшее средство. Китайская медицина только мамардикой лечит. У нас в аптеке очень много препаратов с мамардики, которые для сахарного диабета продают, для лечения сахарного диабета. Плоды, вот смотрите, это спелый плод красный. Смотрите, интересный факт. Срываю плод, и он в руках сейчас откроется. Немножко ждем. Давайте чуть придавим его, не хочет. Ладно, нет, вот, смотрите, сам сейчас так крутится, открывается. Вот на солнышке. Внутри, как и в Харантии, так и в бальзамической, вот такие красные ягодки. Под ягодками там семечко. В Харантии она коричневая. Здесь она черная. Вот сейчас попробую вам как-то раздавить. Хотя можно скушать. Ягода очень сладкая. Вот семечко. Коричневое. Я говорю, что черное. У меня два сорта тоже есть. Бальзамическое. Так вот. Это с коричневым, с коричневыми семенами. Есть еще. Дальше там он растет. С черными. Бальзамическое, видите, не такой цветок. Перемотайте наперед, посмотрите, там я снимал Харантии, это бальзамическое. Так вот, как у Харантии, так и в бальзамической, вот эти ягодки, они сладкие. Такой вкус, немножко похож на вишню, сладенькие. Вот бальзамической, ну, до 10 обычно 5. 10 таких ягодок. В Харантии до 50 ягодок. Вот этот все ягодки можно кушать. Ну, косточку оставлять, она не съедобна. Съедобна она только перетереть в порошок или разжевывают при сахарном диабете. А вот эти ягодки можно кушать как лакомство для деток. Ну и еще добавлю, что это очень полезное растение. В первую очередь при сахарном диабете, а также при язве, при простудах. С листьев сок помогает при... Прикладывают листья прямо при укусах комара. Мы пробовали, когда комар кусает, выскакивает прыщик, листочек
так помять, положить, и уходит отек, покраснение. Очень полезное растение мамардика. Вот зеленый плод. Хотите, могу показать вам, что внутри зеленого. Он очень твердый. Так прям не раздавлю. Ну ладно, спелые видели. Вот еще созревает. Как видите, рядом зеленый этот засох. Тут, о, вылетают семена. Вот такие вот семечки коричневые. Это мамардика бальзамическая. Еще пойду покажу вам круглую мамардику, которая называется тайская круглая. Мы ее только размножаем, и продажи ее у нас еще нету. Будет на следующий год. Упала опора, и плоды растут на земле. Вот такие плоды круглые. Вот еще видите плод. Маленькие плоды, бочковидные. Вот такое вот интересное растение мамардика.